Мероприятие по случаю празднования 30-летия со дня образования пограничного отряда Службы госбезопасности Абхазии начались в Новом Афоне с возложения цветов к мемориалу погибших при исполнении служебных обязанностей пограничников. Сотрудники пограничного отряда СГБ также посетили аллею пограничников в Сухуми, где почтили память и возложили цветы к мемориалу геройски погибших офицеров Эдуарда Нарсисяна, Василия Квитко и Андрея Удальцова при выполнении задачи по защите и охране национальной безопасности Абхазии. Далее церемония возложения венков состоялась в парке Славы. Затем состоялось торжественное построение. Военнослужащих пограничного отряда СГБ поздравил с юбилеем президент. Личный состав пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия для проведения торжественного мероприятия по случаю празднования 30-летия Дня пограничника построен, докладывает заместитель председателя, начальник пограничного отряда полковник Латипов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 30-летием образования пограничного отряда СГБ Республики Абхазия. Ура! 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 В честь праздника в Музее боевой славы открыли уголок, посвященный пограничному отряду СГБ Абхазии. Здесь же состоялось торжественное собрание. Заместитель председателя СГБ, начальник пограничного отряда Рустам Латипов поздравил пограничников с их профессиональным праздником, рассказав, что пограничный отряд республики прошел очень славный и трудный путь становления. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу и стояли до конца. Личный состав пограничного отряда доблестно проявил себя во время войны народа Абхазии. Неоднократно принимали участие пограничники в послевоенных боевых столкновениях. Многие из них героически сражались и сложили голову за суверенитет, территориальную целостность, процветание Абхазии. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту. Тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну. В этот праздничный день желаю военнослужащим пограничного отряда, вашим семьям, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии. Президент Аслам Жани поздравил пограничников с 30-летием образования пограничного отряда СГБ, отметив, что пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались неприкосновенными. Сегодня для нас особое значение и смысл обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими высокими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и, не жалея себя, сражаются с ним. 30 лет назад, в непростое для Абхазии время, у рубежей Отечества складывалась напряженная военно-политическая обстановка. Каждый из вас хорошо понимает, несомненно, перед какими вызовами и угрозами была поставлена наша Родина и наш народ. Эта борьба с вызовами и угрозами со стороны агрессора идет вокруг нашего государства и по сей день. А на передовой линии обороны находитесь вы, защитники Отечества, пограничники. Пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Народ Абхазии верит в ваш патриотизм и профессионализм. Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью. Желаю командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия. Пограничник – это щит Родины. Не каждый способен жить и служить на границе, лишая себя многих благ цивилизации. Работа пограничников опасна, трудна, требует большой выдержки и дисциплины. Поэтому выполнять ее могут исключительно ответственные и мужественные люди, настоящие патриоты своей страны. Сфальбровано в период
Отечественной войны народа Абхазии пограничный отряд прошел сложный путь своего развития. Во многом благодаря усилиям пограничников в сложные послевоенные годы удалось обеспечить безопасность нашей Родины. К сожалению, в процессе решения государственной задачи мы сталкивались с боевыми потерями. Уверен, что молодое поколение пограничников бережно хранит и приумножит славные традиции старших товарищей и с гордостью продолжит защищать и охранять рубежи нашей Родины. Желаю вам всем оставаться доблестными защитниками Абхазии и возвращаться целыми и невредимыми в свои дома. Поздравляю! В честь 30-летия со дня образования пограничного отряда СКБ Абхазии отличившиеся пограничники были награждены медалями. Также были присвоены очередные воинские звания. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.